Друзья, дорогие наши соседи, регионы Приволжского федерального округа, мы с огромным удовольствием принимаем участие в акции, которая стала поистине народной в песенной эстафете «День Победы». Из Кировской области на фронт ушло почти 600 тысяч человек. Более 250 из них не вернулись домой. Более 200 человек стали героями Советского Союза. Кировская область стала оплотом промышленности, ковавшей победу. В наш регион были эвакуированы сотни предприятий. В кратчайшие сроки они развернули производство и давали фронту тысячи снарядов, танки и знаменитые «Катюши». Вятская земля стала вторым домом для сотен тысяч эвакуированных, прежде всего детей блокадного Ленинграда. Только в 1941 году в область прибыло более 200 детских интернатов, где было почти 23 тысячи человек. Мы помним, мы гордимся. Как он был от нас далек, как в костре потухшим таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник сединою. Не смыкала наша родина очей. Дни и ночи битву трудную вели. Этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропал. Возвратились мы не все, босиком бы пробежаться по росе. Пол Европы прошагали, пол земли, этот день мы приближали, как...